Ну что, народ, я снова всех приветствую, на связи Флоди, и это зимние будни ФСБ на зимнем Амазинге. Это уже 12-я часть будни ФСБ на Амазинге, я прошу за это поставить лайк, подписаться на канал и написать комментарий для продвижения этого ролика. Также, ребят, не забывайте скачивать Амазинг по моей ссылке в описании, либо же в закрепленном комментарии, и начинайте играть вместе со мной на сервере Азур. Ну и также, ребята, после регистрации не забывайте вводить мой промокод Флоди, ведь при достижении 5 уровня ты получишь 100 тысяч игровой валюты, а на 10 уровне ты получишь 200 тысяч игровой валюты. Ну что, больше не буду сдерживать, заварьтесь чай, берите бутеры там или печеньки, а мы погнали. Так, ребята, собственно, я уже пришел вот в бюро ФСБ, давайте сейчас заступлю на смену, так, не понял, о, все, открылись, я думал, меня уже уволили, типа, потому что я прям давно как-то не заходил на Амазинг, я снимал здесь ничего, кстати, надо будет погоду поменять, чтобы у вас было все светло на записи. Начали смену, берем теперь пистолет АК, у меня вроде бы вообще амуниции по нулю, давайте дубинку, СВД, не... а, я СВД брал уже, да? Да, я брал СВД. Так, берем бронежилет, маску, электрошокер. Ну и, в принципе, я думаю, все, больше нам ничего не надо. Надо только маску надеть. Также, реферальная статистика. 207 человек уже ввело мой промокод. Вот просто, ребят, вам огромное спасибо. Просто, вот, вы лучшие. Серьезно, вы поддерживаете меня, и вы получаете еще за ввод моего промокода, вы получаете еще и бонусы, ну и также вот поддерживаете меня. Поэтому, ну, ребят, вводите, кто еще не начинал играть на Амазинге, то начинайте. И вот, кстати, те люди, которые ввели мой промокод, вот спасибо всем вот этим вот людям. Короче, всем просто огромное спасибо, кто вводит мой промокод. Серьезно, вот прям вам огромный респект. Но мы, собственно, будем начинать... будни ФСБ, да, без Максима, конечно, потому что сейчас утро, он, я не знаю, что он там сидит, короче, что-то делает. Ну, давайте, что ли, без него начнем, может быть, потом уже где-то он подключится. Кстати, у нас здесь есть нормально так преступников. Давайте, что ли, выберем сейчас кого-то и поедем уже, собственно, ловить, задерживать. Так, Джеймс Ногана, ну, кстати, Джеймс Ногана находится прям достаточно недалеко, и надо еще будет погоду поменять, блин, я забыл. Вот я забыл, блин, погоду поменять. Это очень плохо, потому что вам на записи, наверное, там прям очень все плохо. Ну ладно, в принципе, едем сейчас за ним. Он, наверное... Это не он там где-то? Джеймс Ноган? Ну я что-то по карте вижу, здесь как-то народ есть. А, он, скорее всего, это, да? А тут уже какая-то суета происходит. А, его уже задержали, да? Все, его задержали уже, все. Да. Понял. Так, Чейз Мейсон какой-то есть. Находится в Баттерево. Где-то там, ну, скорее всего, это Баттерево, поэтому поехали за ним. И надо не забыть потом после него поставить нормальную погоду и время суток. Потому что прям как-то мне даже темно, если честно, а на записи тем более. Ай, блин. Так, блин, ребята, вылетела встречку, прям очень некрасиво было только что. Давай сейчас починю челу машину, по моей вине. Все, давай, удачи, спасибо. Блин, я надеюсь, он еще есть, да? А, вот он вообще. Вот он пролетел только что. Это что, у нас какая баха? F90, что ли, там пролетела? Что, а, за ним уже... Ой! Мне преследуют. Обочине прижимаемся. Обочине. Выходим из автомобиля. Из авто вышли. Из авто вышел. С машины уходим. Ну, вытащил... Ой, открыл дверь, вытащил человека напротив. Ну, отойди. Все. Товарищ оперативник. Я. А этого за как за соучастника? Нет, он же остановился. Он же остановился. Зачем его за соучастника? Вот СНФА, ты не ютубер? Ютубер. Флоти? Да. Это ты? Да, ну, я. Отвечаешь. Снимаю сейчас. Да ты мне рассказывай. Да, серьезно. Да Виталий задерживает уже. Потом его. Видосик выйдет, увидишь. Раз... Ну, я посмотрю. Молодой человек. Правда, не знаю, когда он выйдет. Ну ладно, удачи, давай. Так, Александр Зло где-то там на бушке находится. Не хочу за ним ехать, потому что прям вообще... Представляю, что будет. Так, Данил Котиков. Здесь мы сможем сейчас его догнать. Ой-ой-ой. А, стоп, он что, сзади? Это он, что ли, только что на X5, типа, был? Взрываемый. А вот он. А кто стреляет? Блин, что-то я слышу, я услышу то, что кто-то... А, они стреляют. По нашим. Нормально так. Так-то, типа... Вот просто начали стрелять по нам. Давайте, гасим их. Гасим. На, по ногам. По ногам получает, падла. Давайте.
Тихо-тихо, не попади. Подмога, что ли? Давайте этого почти там усли. А, он убежал. Вот. Так, тут еще один. Блин, не попадаю вообще. Там моего этого напарника сейчас. Погнали, 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 подмогу ему. Нет, напарник жив, слава богу. Так, блин, что тут суета вообще происходит? Все, нейтрализован. Все, нормально, кайф. Да. Что, премию получил? Есть ремка, машина полностью сломана. В принципе, продолжаем. Альберт Рейн, блин, где он находится? Он какой-то жопный мира, да? Ну, в принципе, нам не привыкать, поехали за ним. Блин, ну он капец как быстро перемещается. Вот он, скорее всего, едет сейчас на Юшхим. Скорее всего, это он только что поехал на Юшхим, даже сейчас вот чекнул. А там по карте... Да, это он только что поехал на Юшхим, поэтому... Едем, собственно, сейчас на Юшхим. Ой, а может быть это, кстати, какой-то ОБГшник. Не исключено, кстати. А, нормально, типа? А какой у него айдишник? Я не заметил его айдишника просто. И кинул бы ему честь, если бы заметил. А, они типа хотят со мной стреляться, что ли? Что такое? Можете обыск провести. Лицензии. На месте. Без проблем. Короче, давайте сначала проведем обыск. Так, зеленый чай. Лицензии, показать на оружие. Для страйкбола. Для страйкбола у вас ТТшник, да? Да, компьютерный клуб вот там. Ага, хорошо. Лицензии есть. Хорошо, понял. Вы Альберт Рейн. Да. Я в Роске сейчас не нахожусь. Вы уверены? Может, перепутали меня? Секундочку. Не, ну он же находился в розыске, вот. Я в розыске. Не, вы находились в розыске. Наградная камера дозор записывает все происходящее. Вы были в розыске, я бы за вами просто так не поехал. Не, ну он же был в розыске, прям на записи видно. Не, а что за бред тогда? Что-то я не понял, вы же были в розыске. Скорее всего, какая-то ошибка. Ну, как-то странно, вы были писать, в розыске. Блин, как-то это все очень странно, вот он был в розыске. Лучше машину. Ну, тогда придется его отпустить. Потому что... То, что другого я не вижу. Ну все, в принципе, может тебе свободно, какая-то ошибка произошла. Хулиганка в здании правительства. Можно экипаж. Ага, ну давайте поедем, в принципе. Кстати, это первый вызов, который я сейчас, наверное, возьму. Так, база данных ФСБ. Так, правительство, все, я отметил. Ой, как оно далеко что. Так, с помощью такой вот штучки, короче, я прилетел в здание правительства. Заходим, тут какая-то хулиганка, как нам сказали, да? Что тут у вас? Здравия желаю, где хулиганка? Вот этих двоих. У кого? Я сюда! Вот этих двоих. А ну сюда подошли. Сюда, быстро. Так, чё, где они? Где эти? Дайте хулиганы, ё-моё. Да я не буду больше! Бежи. Всё, я больше так не буду. Уже все поздно, ты одумался. Да отпизди меня лучше. Щит как-то выставляет себя очень некорректно. Ну я понял, сейчас сюда его забираю. Расскажешь. Я больше так не буду. Открыв дверь служебного авто, посадил преступника за заднее сиденье автомобиля. А за что? За все хорошее. Я больше так не буду, я сюда больше не ногой. Да, конечно. Да, я пиво пить пойду. Тебе-то хоть 18 есть, чтобы ты пиво пил. Да, молодой. Мне 17. Не, Балтику я не пью. Еще один. Я хуй знает, кто это. Вот, блять, на дороге встали, ебаный рот. Ну что ж это такое, ну ё-моё. Что ты хочешь от меня? Да постой. Давайте выйдем поговорим. Не, я хочу с вами говорить. Да нет, ну правда, да я так чисто. Это тоже хулиган. О, сюда. Да. Сюда, быстро. А, я понял, не хотите говорить, как хотите. Да я тоже. Что твой дружочек-то? Да ну правда, мы пиво сейчас пойдем пить. Да. Да мы пиво пить пойдем. Идите пейте. Так, суд 27. Дальше. И теперь надо что-то найти здесь. Ох, это капец. А, нормально? У меня только что это чел на гелике. Ладно. Так, хулиганство. Все, я ему выдал розыск. Имеет второй уровень розыска. Серьезно? Так мало? Все тогда. Отправляешься ты. КПЗ. Исполнительный действовать и арестовать игрока. Все, плюс 5000 еще чисто за вот этого вот молодого человека. Ну что, на этом все. Я надеюсь, вам понравилась данная серия Буни ФСБ. И вы поставите лайк, а также подпишитесь на мой канал и напишите комментарий, если вы ранее еще этого не сделали. Также не забывайте смотреть мои другие ролики, потому что они такие же классные, как и этот ролик. В принципе, все. Скачивайте Amazing, играйте вместе со мной, а я с вами прощаюсь. Всех с наступающим, либо уже с наступившим. Всем удачи и до скорых встреч!